Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр Натов. Продолжаем играть «За гранью две души». Следующая глава – «Расставание». Перед ЦРУ. Как раз, видимо, она сейчас будет уходить туда. Забирают ее. Получается. Окей, посмотрим. Готово? Коул! Да-да, я записываю. Соберись, Джонни. Скажи, чувствуешь ли ты что-то особенное в этих предметах? Давай монетку. А может быть вот... Нет, не могу. Давай фотографию посмотрим. В смысле, я не могу за Айдена переключиться. Я поняла тебя. Айден, что-нибудь видишь? Что-то есть. Спасибо, пап, красивая. Открой. Почему нет? Я видела девочку. Это ее шкатулка. Лора. Да? К Нейтану? Да, я передам. Нейтан, там некий Райан Клейтон пришел. Говорит, ты его ждешь. Да, я... Я отойду на минутку. Райан, это этот. Типок из ЦРУ. Да. Слушаем их. Я ведь так ей и не сказал. Дайте мне время. Нет. Профессор Докинс, я заберу ее сегодня. У меня приказ. Она же совсем ребенок. Я и мой ассистент, вот и вся ее семья. Она и не подозревает, что ее ждет. Вот что. Докинс, я все понимаю. Я серьезно. Но приказ есть приказ, так? Приведете ее или мне идти самому? Джоди, зайди, пожалуйста. Айден, когда выходит, все равно такие звуки, куча звуков вообще захлестывает просто. Смотри еще ей пройдись. Может, с Коулом может поговорить. Возможно. Нет. Понятно. Ну ладно. Да, похоже, здесь ничего такого. Она уже взросленькая. Когда она, с какого возраста в ЦРУ-то попала? Но нам возраст вообще ни разу, по-моему, не называли толком. То есть как раз перед этим делом. Что случилось, Нейтан? Ты расстроен? Джоди, это Райан Клейтон из ЦРУ.
Власти. Власти хотят, чтобы ты прошла курс подготовки на военной базе Кэмп Пири. Райан теперь отвечает за тебя. Ты поедешь с ним, Джоди. Сейчас. А почему? Я не понимаю. Почему? Наш отдел принадлежит ЦРУ. Они с самого начала отслеживали твое дело. Они знают все про Айдена. Решительно. Я уже взрослая. И я сама за себя решаю. Никто меня заставить не может. Джоди, я знаю. Это нелегко. Но ты должна понять, это такая возможность для тебя. Решительно. Это моя жизнь, я сама решаю. Ну все, слушай, Холмс. Можешь играть в юную бунтарку, сколько влезет, мне плевать. Ясно? Гонор свой засунь подальше. Заткнись и делай, что говорят. Шел ты. Разгневаться. Иди ты нахер, понял? Вот так. Так, ну хватит, пошли. Ага. Ты что? Руки прочь. Перестань, сейчас же! Прошу. Ради меня. Ладно, пойду соберу вещи. Много не бери. Тебе все дадут в Кемпире. Айден сейчас. Побуянить можно. Типа, побуянить. Ну, на прощание, я думаю, можно немножко. Вот вам. Сейчас что-нибудь сломаю. А что там светится еще? Шкафы. Щепки. Что еще? Вот. Все? Нет, вот еще что-то. Вот вам. Чтоб помнили. Ладно, вроде все. Если что-то и осталось, то я не вижу. Какие-то крики на фоне, конечно, Айдена. Ладно. Я думаю, это что-то потустороннее, то есть именно с того мира, откуда. Ну да. Где у нее раковина-то? Ну, ты около нее только что был. Нет, да. Разве? Что-то я не приметил ее. А, нет, слушай, не раковина это. А что ищешь? Не знаю, в подушку может покричать, думаю. Нет. Да, это уже взрослая девочка. Как бы это смешно не звучало. Бери сумку и дуй на базу. Фотографию, может быть. Вот я обратила внимание, слева фотка. Где? Ну, на стойке. Где? Ну вот же фотография стоит. Ага. Не берет, да? Ну это какая-то вообще. Ага.
берет. Ну все тогда. Больше ничего на глаза не попадалось. Неужели ничего нельзя? Эх, потопали. Нет, что-то еще сделать нужно. Зайку взять? Вот, фотографию. Чуть не вытянул. Повезло, увидел два действия. Сначала первый увидел, чуть на автомате не вскинул. Все? Нет. Зайку, зайку, да. Конечно, с собой. Вытрясут, небось, правда, гады. Скажут, нафига тебе тут игрушки? У тебя там дел по горло будет. Бери самое необходимое. Это самое необходимое. Фонарик еще. Фонарик? Ну я так, шутил типа. Что там? Закрыть только, да? А нет, взять что-то можно. Так, пару шмоточек. Хорошо, стоп. Тут еще какая-то фотография, да? Вот. Да, это мы тоже возьмем. Они-то тоже не особо виноваты, к сожалению. Или к счастью, не знаю уж. Ладно, все вроде. Здесь что-нибудь есть? Вот на, на доске посмотри. Да. Ну и в ванну еще загляни тогда, на всякий. Сейчас еще хочу вот в этот шкаф. Нет. Просто сразу не дали все это сделать, то есть обязательно надо было сумку взять. Да-да-да. Странно то, что, конечно, так вот хитро сделали. Ну, нормально. Все. Там еще осталось немножко. Зубная щетка. Угу. Ну и теперь уж, наверное, все. Стола здесь ничего больше нельзя взять. Пошли. Ты справишься. Черт. Я буду скучать по тебе, принцесса. Я буду тебя навещать. Я тебя не брошу. Ты мне веришь? Я всегда буду рядом. Нам пора. Не уверен, что его пустят. Да. Точнее, что будут пускать. Так, следующая глава называется «Ужин». Это после посольства. И перед облавой. Ну, там еще место есть, видишь? Угу. Ну, на данный момент.
Джоди, привет, это Райан. Ух ты, ух ты, какая. Скажи мне, ты получила мое письмо? А, что? Что? Какое? Я 3 дня назад тебе кинул. Ты знаешь, у меня вообще-то проблемы с компьютером. А о чем ты писал? Вообще-то про ужин сегодня в модном ресторане. Ну, теперь уже поздно, так что, может, в другой раз? Черт. Черт, как жалко, я... Ну, а хочешь, приходи сегодня ужинать ко мне? Как раз посмотришь на мою новую квартиру. А, можно, но... Давай 8:00. Ну, ладно. Обещаю принести хорошее вино. Все, жди. Ой, кто-то по Райну сохнет. Так, ну и кто у нас ноут сломал? Так, та же мысль. Ясно, зачем ты комп спалил. Чтобы запороть мне свидание. Какое твое дело, Айден? Я сама решу. Бардак такой. Заткнись. Заткнись. Мы это уже проходили. Я не твоя собственность. Я буду встречаться с кем захочу. Это моя жизнь. Ты слышишь меня? Это моя жизнь. Знаешь что? А по-моему, Райан классный. Он умный, обаятельный, смешной. Я почти влюбилась. Да, я в курсе, что случилось в баре. Спасибо, что напомнил. Райан не такой. Так, ладно. 7:00. За час надо убраться, одеться и сделать ужин. Так, ага. Ты готов убраться, мусор? Убраться, окей. Книжка. Убраться. Полки ищи. Книги. Вот. Так, их на полку. Какой стороны-то? Ну, с другой подойди, раз тут не светится. Вот. Так. Ну вот. Ну вот. Так. А ботинки, шмотки. Что такое? Ага. Сразу грязное видно, одна живет. Ванна. Где ванная? Слева. А ты откуда знаешь? Ну, я вижу. И спальня, так, выход. Сюда. Прикольная квартирка. Дальше. Душ какой классный, большой такой. Так, не отвлекаемся. Ах ты! Заразка. Мусор. А, это диски. Хоп-хоп. Удобно. А мусор вот тут лежит. Слушай, ну это как-то несерьезно. Да вообще несерьезно. Она подобрала что-то с пола, съела. Джоди, ты кошмар. Так, мусорка на кухне. Справа кухня. Куда пошел? А. Я тоже вот мусорку увидел. Но это же в комнате мусорка. Господи, а как же ужин? Надо хоть что-нибудь приготовить. Так, давай, впереди на кухню. Надо поставить, чтобы она готовилась, пока будешь делами заниматься. Иначе не успеешь, нифига. Я бы даже, наверное, раньше начала это делать. Ты... Так, что это, пицца какая-то? Нужно что-то, что можно приготовить за час. Из тех продуктов, что есть. А что есть? Открывай. Острое мясо. Китайское блюдо. Вроде даже не сложно. А что еще? Курица карри с печеными овощами. Тут нужна духовка, но... Вроде просто.
Еще что-то? Ну, я не могу никак пока выбрать. Ну, все. Пицца на заказ. Не, ну это не серьезно. А что? Без особых изысков, но зато готовить ничего не надо. Ты же должен произвести впечатление. Я не могу ничего выбрать. Вот. Давай курицу. Мясо. Нет, курицу. Курица карри. Такое домашнее блюдо ему понравится. Вот только бы не накосячить. Окей. Холодильник. Курица-то вообще есть, да? Ну, видимо, есть. Да, а, что-то вот, есть. Отлично. Хорошо.